Привет, прогрессивные друзья. Смотрим на щит МЧС, про МЧС поговорим. Что за пропаганда они делают? Пожарный защищатель. Что это такое? А, оборудование какое-то? Да, народ в нищете. Заземления нету даже в домах. А, ну это глупая пропаганда, чтобы следить, но следить-то толку нету, потому что проводка старая, и да, люди деньги платят в основном даже сейчас за жилье, а их просто обворовывают. И МЧС это прекрасно знает, но они эффективно свою работу выполняют. Ну да, там сними ролик, ладно, сгорел дом, взорвался, пофиг. Как взорвется, придем, берем. Никакого нет взаимодействия между этими МЧС и какими-то администрациями городов. Они просто на пару обворовывают вас. Поэтому это как издевательство. Все равно вы сгорите и взорветесь. МЧС теперь бомбы обнаруживают. Странно, я думал. Их объединили, что ли, уже? Ничего не помню. Памятная дата военной истории. За 10 декабря взятие Скобелевым крепости плена. А, это чтобы ты дох в говне, но мечтал кого-то захватить. Лес от пожара берегите. Я в лес-то не так часто хожу. Тем более у них нету, они все разорвали, нету самолетов, чтобы тушить там.